Итак, снова здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут, как вы знаете, Олег Лавгудвин. И я вам хочу объяснить, в чем же на самом деле получается коренное отличие и разница вот нашей школы и нашего метода массажа, который мы сейчас изучаем. Это мануальный массаж. Он основан, конечно, на классическом русском массаже, потому что я считаю, что именно вот этот наш, ну еще в советские годы он назывался, советский массаж или русский массаж, там кто как его называет, он наиболее правильно объясняет положение мышц, связок, течение крови и лимфы в организме, в отличие от там всяких восточных школ или каких-то там других видов массажей. А массажи у нас насчитывается более 40, поэтому там они все для разного предназначены. Но именно этот массаж оказывается наиболее востребован среди людей, клиентов, пациентов, потому что он достаточно жесткий и сразу приносит пользу вот прямо с первого раза. Иной раз бывает, вот, из моего опыта ко мне приходят люди, клиенты, там защемило, там болит. Один сеанс массажа, и ему хватает на полгода. То есть он говорит, ну вот помогло сразу, и все, спасибо, там, благодарят, иной раз возвращаются, четыре раза жмут руки, представляете? Я такого даже нигде не встречал, когда вот прямо вот ушел, потом вернулся и еще раз пожал двумя руками руку, настолько благодарны люди. Почему он называется мануальный? Потому что это сразу воздействие на костно-связочный аппарат, сразу на связки нашего организма воздействие и на фасции. То есть он включает в себя, ну он такой как бы получается универсальный, интегративный массаж, в который сразу включается и антицеллюлитная программа, и лимфодренажная, и ребалансинг фасций, и релизинг туда включается. То есть там разные методы, и точные программы есть, и миостимулирующий массаж. Но основан, естественно, опять повторяюсь, на классическом, да? Но как бы у нас культура такая, что все пытаются какой-то классический массаж делать, ну, во всех особенно медицинских учреждениях. Но люди оттуда потом приходят за помощью ко мне и говорят, что там не сделали, не помогли, не то чего-то. Либо просто поглаживание какое-то. Но оно так и происходит, потому что в классическом массаже примерно 80% времени, вот если вот этот отрезок взять, время массажа, который мы делаем, да, 80%, ну вот и получается, что в классическом массаже 80% от длительности всей процедуры, да, у нас занимают поглаживание, растирание, согревающие техники. И только там 20% получается на глубокую проработку каких-то конкретных мышц. В мануальном же массаже у нас наоборот, у нас получается процентов примерно 50%. Это вот глубокая проработка мышц, миофасциальных всяких сочленений. Такая, что человеку из болезни приходит через боль. То есть это даже больно, потому что мы глубоко залазим в проблемную зону, в триггерные точки, триггерные зоны. Процентов 30 примерно занимает всевозможные виды вибраций. От тремора легкого такого, да, до всяких потряхиваний, встряхиваний, скручиваний и простукиваний кулаками достаточно жестко, когда все тело аж человека сотрясается. Даже многие кашляют, иной раз плачут, там, ну, всякое бывает. Но, тем не менее, это нужно, потому что, когда жесткие спазмы у человека или даже миозиты, то по-другому не сделаешь. Тут принцип такой используется, что все виды вибраций, они специально разные, они любые. Спазмированная мышца, она долго не может сопротивляться вибрации, рано или поздно расслабится. Поэтому мы это используем. Есть, в принципе, вот у мануальных терапевтов, иногда, ну или там в салонах, столы специально растягивающие, которые тоже дрожат. Но у нас без столов мы делаем ручной массаж в данном случае. Примерно еще остается 10%. Это вот непосредственно классические всевозможные растирания, согревающие процедуры, да? И еще 10% остается непосредственно на подготовку к мануальным манипуляциям. То есть, ну, это весь массаж подготавливает, да, к дальнейшим трастам, хрустам и так далее, да, мобилизации, снятие функциональных блоков. Но 10% это непосредственно растягивающие техники, включающие в себя декомпрессию, включающие для себя тракции,
ну и так далее. Вот это, собственно говоря, мы все и будем изучать на этом тренинге. И еще хочу обозначить такой нюанс, немаловажный, что в Академии телесно-ориентированных практик у нас другой подход к обучению. То есть мы подходим, во-первых, все на практике, во-вторых, минимум всякой теории, теоретизации. Иной раз даже вычленяем всевозможные термины, потому что, ну, любители терминов, они как бы не способствуют улучшению делания процедуры. И как бы в других школах поэтому обучаются там 2 месяца, 2 года, ну по-разному, да, везде. Здесь у нас обучаются считанные дни, то есть за несколько дней раз, и вы готовый специалист. То нацелено на то, чтобы вы сразу это применяли и на этом зарабатывали. У меня были люди на тренингах, которые сразу у меня брали стол в аренду и говорят, может быть, стол возможно, я пойду зарабатывать, вот с понедельника уже буду принимать клиентов. Да, были такие случаи. Некоторые даже, вот мы проводили тренинг в офисном здании, пока была пауза, перерыв, сбегали там какие-то девушки, работали в соседнем офисе, пригласили их, и тут же прямо на моих столах на тренинге сделали массаж, и им заплатили, заработали деньги прямо тут же, не отходя от кассы, как говорится, понимаете? Поэтому вот эти вот техники, они наиболее востребованы. То есть получается отличие еще одно от классических техник, то, что они пригодны, по сути, получается, для реабилитации больных после каких-нибудь аварий, либо для пенсионеров, либо там с церебральным параличом, да, ну какие-то такие вот для немощных людей, так скажем, да, для обычного контингента клиентов. Они прям просят, это тоже проверено на практике, они прям просят, давай сделай вот так, давай посильнее. И многие мне говорили, это реальные отзывы людей, что попробовал массаж везде, во всех странах был, там и в Турции, и в Китае, и в Испании, и в Таиланде. Но как вот у тебя, нигде не делают. Прям сразу, вот потрясающий эффект просто недавно был. Массаж делается по половинке, то есть сначала левая половина спины, потом правая половина спины. И когда я только левую ему сделал, он сразу говорит, блин, я такое в первый раз чувствую, прямо левая половина вообще расслабилась, все отпустила, да? А на правой вот контраст, ну, как говорится, помните, в рекламе там помажем блендометом одно яйцо, одну половинку яйца, другую чем-то другой зубной пастой. Вот эта вот разница сразу ощущается, понимаете, тут же, эффект тут же, моментально. В этом поэтому тут значительное преимущество, я вам уже, по-моему, 3-4 преимущества назвал. Так что... Если вы нас смотрите, дорогие друзья, товарищи и подписчики, то ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Но если вы не присутствуете на наших тренингах, то вы тратите время зря. Приходите и еще одно получите уникальное преимущество нашей школы Альфа-Топ, то, что мы ставим руки. Мы ставим руки прямо здесь и сейчас. Это идет глобальная индивидуальная работа. Так что мы с вами, друзья, начинаем. А вы, те, кто смотрите, помашите нам ручкой. До новых встреч!